Ирина Грушовец не понаслышке знает, что такое быть счастливой мамой. Будучи педагогом по профессии, она еще и по совместительству воспитывает троих очаровательных деток – две дочки и одного сына. По словам Ирины, только став мамой, женщина по-настоящему понимает, что такое счастье. Многодетной мамой быть очень здорово. И я это поняла только вот, когда родила третьего ребенка. Это на самом деле большое удовольствие, большой восторг и большая возможность реализовать себя именно как мама, потому что уже как учитель, как педагог я себя реализовывала неоднократно, у меня как-то это получалось, где-то удачно, где-то неудачно, а вот реализовать себя как мама – это самое большое счастье, наверное, в жизни, видеть вот эти глазки счастливые, довольные, когда-то грустные, когда-то очень веселые – это самое большое счастье для любой женщины. У нас в районе 660 многодетных семей, и из них 87 – это те наши мамы, которые награждены орденом матери. Ну, конечно же, со своей стороны у нас и в государстве политика и главы государства, и облисполкома, горисполкома, ну и мы, как проводник администрации района, делаем все для того, чтобы сегодня женщина могла воплотить и реализовать самое главное свое предназначение. Это вырастить и воспитать здоровых и счастливых детей. Сегодня к этому списку присоединились еще три мамы, которым торжественно были вручены ордена матери. К слову, одна из них воспитывает 10 детей. Кроме них, цветы и памятные сувениры получили 13 женщин, проживающих в Ленинском районе, среди которых мамы героев Беларуси, получившие почетное звание посмертно, Агриппина Дмитриевна Карват и Пелагея Сидоровна Хован. На празднике были и те мамы, которые успешно справляются с воспитанием своих и усыновленных деток. Мы поддерживаем многодетные семьи, которым необходима помощь, оказываем психологическую помощь семьям, выезжаем на дом и также проводим ряд мероприятий, в том числе культурно-досуговых, для того, чтобы приятно проводили время. Особую атмосферу теплоты и заботы на мероприятии создали дети. Дети матерей, пришедших на торжественный прием, а также дети, которые с чувством благодарности и искренней любви исполняли для героинь праздника музыкальные композиции, в которых главные слова звучали в адрес самого дорогого человека на земле. Виктория Драгобецкая, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».